перед презентацией уникальной книжки раскраски «Знакомство с предприятием», на котором она появилась. Впрочем, первоклассники 30-й Эжвинской школы и так о гиганте Навыче, где знают не понаслышке. У большей части учеников родители – сотрудники Монди. Теперь сложный процесс производства бумаги им будет понятен. В новой книжке он описан простым языком в форме сказки, которую, кстати, написала известная коми-писательница Елена Габова. Главные герои – девочка Диана и ее друг – бумажный лисенок. Он является ей во сне и показывает, как появился на свет. Придумали вот такую вот интересную идею сделать такого детский бренд, по сути дела, Монди, такой вот рыжий-рыжий лисенок, который дальше можно сделать из оригами и дальше играть. На самом деле это действительно очень увлекательная игра, и лисенок, он связан и с лесом с точки зрения того, что вообще-то настоящий живет в лесу, да, и с точки зрения того, что он сделан из бумаги, а бумага, она родом из леса. Этого самого лисенка ребята мастерят из бумаги. То же самое сможет повторить каждый благодаря уроку оригами, что на последней странице. Когда маленькие лисята окрасились в рыжий, появился и самый настоящий лис. Здесь сразу три момента формируются у детей. Первый – это, конечно же, формирование экологического образования и воспитания. Второй – это, конечно же, этнокультурная составляющая, то есть это тот край, где мы живем, его национальные природные климатические особенности. Ну и, конечно же, это развитие творчества. Над созданием книжки творческая команда трудилась около 3 месяцев. Теперь такая же раскраска достанется каждому первокласснику, который живет в районах работы предприятия. Гендиректор Монди вручает Министерству образования сертификат на 10 тысяч экземпляров. В этом году у нас в России есть год экологии. И мы в течение прошлых 10 лет очень много сделали для улучшения экологии. И мне очень важно, что все люди, которые живут в Эшве и в Сыктывкаре, они об этом узнают. Возможно, проект продолжится. На предприятии уверены, прививать подрастающему поколению бережное отношение к природе нужно как можно раньше. Нацелен такой проект и на воспитание будущих кадров, в которых компания «Монди» очень заинтересована. Таисия Жакова, Василий Янин, телеканал «Юрган», Эжвинский район.